более 40 лет вообще не говорили о военнопленных. Для Сталина их вообще не существовало. Гитлеру как-то надо было избавиться от этих миллионов душ русских военнопленных. В общем-то, уморить их голодом — это был самый простой способ от них избавиться. Что такое жизнь? Это же все же рассыпано, все это какие-то куски, сплошная фрагментация. Вот почему я ищу. Твое сердце стучится в моем сердце. Нет, нет. Хочу, чтобы ты там был. Господи, папа.